Дошкольные образовательные учреждения готовятся к приему детей. В этом году из-за пандемии и требований безопасности работать им придется интенсивнее, ведь в группе теперь может быть не более 12 ребят. Да и малышей из-за сложностей с отпусками летом на севере остается больше. В детских садах Мурманска продолжаются интенсивные ремонтные работы. Уже скоро сюда вернутся маленькие воспитанники. К этому моменту все должно быть готово. Капитальный ремонт в 136-м детском саду проводится поэтапно с 2018 года. В этом году у нас идут такие объемные работы, как замена кровли, она уже произошла, работы выполнялись в мае месяце. А сейчас у нас замена окон по программе «Теплые окна». Должны мы закончить работы, начали мы их в мае, по срокам, и должны мы их закончить до 30 июня, потому что с 1 июля наш детский сад работающий, к нам придут детки с других детских садов. Ранее здесь полностью обновили системы тепло- и водоснабжения, отремонтировали пищеблок, прачечную, санузлы, умывальники и буфетные. И самое важное, что к 1 июля сад должен быть готов для того, чтобы соседние дети из соседнего детского сада переселились сюда и, соответственно, приступить к ремонту 138-го детского сада. Поэтому все в плане, и, конечно, безусловно, детские сады наши будут готовы к новому учебному году. В дошкольных учебных заведениях города меняют и оконные блоки. В текущем году окна заменят еще в 16 детских садах. Затем по плану начнется массовая замена блоков в школах и гимназиях. Городская программа «Теплое окно» реализуется в Мурманске с 2014 года.